Avian Production. И всем привет, друзья, с вами я, Avian. Получается, вышла новая игра от девелопера. Получается, это, напомню для тех, кто не помнит, это создатель игры Granny. В общем, здесь написано, вы либо отправляетесь в тюрьму, либо вы, короче, идете к этим близнецам зачем-то там. Короче, все, давайте, я думаю, все поняли. Все. Начнем игру. Твоя задача найти бриллиант, картину и монетку. Все, окей, я понял. Давайте дальше. Боб и Бак. Понятно. Это у нас время или хпшки? Я не знаю. Так. Тут есть лестница. Получается, я залез на крышу к этим ворам. Или кто? Самые такие криминальные чувачки, там было написано. Блин, у меня еще голос посадил, ребята, извиняюсь, конечно, но так получилось, даже сам не знаю. И давайте попробуем запрыгнуть к ним. Так, я на люстре. Я не буду сразу вниз прыгать, так как это дурная идея. Ну, знаете ли, какие красивые бои. Вон наша первая цель, это картина. Бля, игры делают теперь в стиле паркура. Особенно хорроры. Одобряю такое творение. Но если я спрыгну туда, это ничем хорошим не закончится. То есть мне нужно с лестницы будет прыгнуть туда и забрать как-то картину. Ну, я не знаю, хорошая ли эта идея. Ну, вроде что-то у меня да получается. А что в смысле? Как? Ой-ой-ой, я упал. Так, два брата-дегенерата. Я надеюсь, вас здесь не будет сейчас. И как мне запрыгнуть? Да капец, хорошая игра, отличная игра просто. Я не могу запрыгнуть туда почему-то. Как мне туда запрыгнуть, алло? Расскажите мне на милость. Я упал с высоты 2 метров и уже начал хромать. Офигенное реально начало игры. Короче, один из них похож на крысу, а второй прям на жесткую хрюшку. Так, все, я не хочу сейчас никаких проблем иметь с ними. Я сейчас себе представляю каким-то классом D, который, знаете, попал в карманное измерение к деду, к SCP-106. И типа ему хорошо. Но тут, очевидно, нужно будет прыгать. Я вот ненавижу такие игры про паркур. Я встал на платформу? Ну, знаете, это затянется надолго. Я просыпаюсь, значит, уже в тюрьме. Хм, кто бы мог подумать. У нас есть толчок. Поковыряться в говне. Отличная идея, я так считаю. Ну, здесь явно закрыто. Это какой-то целый блок тюремный. Интересно, интересно. Тут у нас трубы. Я сейчас смешу вентиляцию. Подождите, чё? Все говно сливается. Не понял. Тут даже трубы не отводятся для говна специально. Типичная российская игра. А-а-а! Два брата-дегенерата. И что мне делать? Как мне прятаться? О, привет. А чем он мне ударил? Молотком, что ли? Да капец, вы видели, там шкафчик. Ну, я не знаю. Ну, в фотошопе сейчас покажу вам. Как же меня достала эта реклама, если честно, потому что я забыл выключить интернет. Кто-то идет сюда, кто-то идет. Че, серьезно, так можно было? Че сказал? Твой дурацкий карман, эти сраные патроны. Во, смотрите, я спрятался в шкафу. Эй, ты урод! Блять, я даже в шкафу спрятаться не могу. Вот почему так? И где же я проснулся в этот раз? А в этот раз меня просто закинули в рандомную комнату. Короче, не знаю, игра хорошая, мне нравится. Но тут надо собирать револьвер. Мне это не нравится. А также здесь, кстати... А, вон оно что!
Вон оно что. Вот как тут все проработано. Можно было вылезти отсюда. Что это у нас? Iron Cock. Так, тут у нас чертежи. О, револьвер есть, отлично. А это что? Нужно туда налить воды, чтобы монетка поднялась. Короче, тупо все сделано. Это у нас код 4333. Я думаю, все запомнили из вас. Напишите в комментариях, чтобы я не забыл. Сейчас самое главное... А, привет, привет, привет. Один брат дегенерат и второй брат дегенерат. И что мне делать? Отпустите меня. Все ясно. У меня так разглядывает, как будто, не знаю, собрал кубик лего. Прятался в шкафчике. Привет, брат дегенерат. Да, я удивляюсь, конечно же, с этих двух аутистов. Это крысиная трава. Можно будет брата дегенерата троить. Привет, привет, привет. О, вот этот жесткий. Он меня еще ни разу, по-моему, даже не убивал. Вот, типа, они меня хоть по 1000 раз будут убивать и затаскивать в этот, я смогу спокойно игру пройти. Меня это не может не радовать, конечно же. Погнал я на третий этаж, значит. Блять, ты всегда здесь появляешься, самый первый? Так, платформа что-то далековато вниз уехала, я бы сказал. Давай, поднимайся, поднимайся. И хопа, запрыгнул. Так, теперь сюда. Главное сейчас не допускать своих старых ошибок, потому что я могу в любую секунду навернуться вниз, бомбануть, разбить свое мобильное устройство об стенку и вообще никогда как бы не выкладывать видео. Блять, ну я так и хочу теперь сделать. Опять меня в эту камеру посадили. Видимо, им уже в привычку меня выпускать все время. Так, я запомнил самое главное, что он должен подниматься, по идее, сейчас. Точнее, спускаться, да. Отлично, он спускается. И куда бы мне заныкаться? Глад Валакас там где-то ходит. Да, вот он. И сейчас сделаем ход конем. Он его не зовет, интересно, никак. Ну, типа, брат, дебил. Брат говнодав, иди сюда, типа там так не отвлекает его. Блин, вот реально с ними вдвоем это тяжко на самом деле. Это еще то испытание. Да как ты, сука, я же снизу сел. Ну давай, давай, уеби мне еще раз. Можно так перемещаться. Привет, брат дегенерат. О, больно, больно, больно. Короче, ребят, я не хочу вас томить этим нудным прохождением. Давайте я наберу сил, и когда голос у меня нормальным станет, я запишу вторую часть по этой игрушке, такой интересненькой. Ну что, с вами был Авиан, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и мы обязательно вернемся к этой игре. Ну а сейчас я с вами прощаюсь, всем пока.